Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» – динамично развивающаяся компания, которая сочетает многолетний опыт работы с инновационными подходами к деятельности. Инновации в управлении научно-производственной корпорацией – это реализация проектного метода, что позволяет не только повысить эффективность предлагаемых разработок, но и улучшить качество и надежность создаваемой продукции. Сегодня корпорация реализует более 20 проектов. В результате деятельности корпорации стабильной работой с достойной оплатой в России обеспечены более 50 тысяч человек. Работают школы, дома культуры, детские сады. Организованы базы отдыха и санатории. Созданы медицинские учреждения. Построены большие жилые кварталы. Каждый год по направлению корпорации получают образование будущие специалисты. Завтра они вернутся работать на заводы более чем в 20 городах Российской Федерации. Наша главная ценность – это ответственность. Ответственность перед людьми, ответственность перед страной. Безусловно, мы обязаны думать о социальной политике внутри предприятия. Люди – это прежде всего. Мы сейчас занимаемся активно после преодоления кризиса теми социальными программами, которые позволят, в общем-то, людям как-то смотреть в будущее. Одной из важнейших задач корпорация считает поддержание экологической безопасности производства посредством постоянного совершенствования системы экологического менеджмента и предотвращения отрицательного воздействия производства на окружающую среду и здоровье людей. Дальнейшее развитие научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» связано с завершением формирования вертикально интегрированной структуры мощного промышленного комплекса на основе рыночных методов и государственного регулирования. Корпорация является лидером экспортных поставок вооружения и военной техники. 38% от общероссийского экспорта вооружения приходится на «Уралвагонзавод». В более чем 60 странах мира представлено наше вооружение и наша военная техника. Динамично развиваясь, Уралвагонзавод добился устойчивости, которая позволяет и в кризисные времена успешно двигаться по намеченному курсу. Мы с гордостью думаем о нашем прошлом и с уверенностью смотрим в наше будущее. Мы делаем Россию сильнее.